Томас Месси приехал в Юргу в 5-й или 6-й раз. Он сам уже сбился со счету. Его частые визиты в Челябинск связаны с тем, что с 2011 года университет Кларка США развивает совместную образовательную программу с нашим вузом. Главная цель моего визита – встретиться с руководством ЮРГУ, обсудить программу, сформулировать новые идеи на будущее. Сейчас 26 студентов готовятся к переезду в университет Кларка, и мне необходимо проверить соблюдение всех формальностей. Томас Месси встретился со студентами, которые уже в этом году временно переедут из Челябинска в американский штат Массачусетс. Он присутствовал при вручении им ID, то есть студенческих билетов университета Кларка. Двойные дипломы – это возможность получить опыт и жизненный, и образовательный, и профессиональный опыт. Безусловно, завязываются новые знакомства, новые интересы, но, значит, обозначаются новые возможности. Благодаря сотрудничеству между российским и американским вузом студенты могут получить диплом магистра университета Кларка параллельно с дипломом российского образца. Схема такова. Студент ЮРГУ, окончив бакалавриат или специалитет родного вуза, поступает в магистратуру. Первую половину обучения он проходит в ЮРГУ, а вторую – в университете Кларка. По завершении магистратуры студент имеет право остаться в Америке и целый год работать по специальности на территории США. Такая перспектива привлекает многих студентов. Я хочу попробовать именно образование за рубежом, чтобы сравнить, в чем отличается наше отечественное от зарубежного, и сделать свои определенные выводы, чему себе посвятить. Очень интересно, потому что Штаты давно манят, там, ну, несколько раз уже бывал, и хочется именно получить образование, которое будет цениться именно в Америке. Более полную информацию о совместных магистерских программах ЮРГУ и университета Кларка США можно получить в Институте международного образования ЮРГУ.